сегодня, банда, мы проверяем зелье любви. Что это? Блин, Настя, это просто перестань. Будет в смысле? Успокойся. Ай, нет, отстань. Чё твои про меня зовут царь? Он нас не просто сразу же бери подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. Самый сильный банд на ютубе, ведь перед время Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. И про я сегодня не просто так разговариваю шепотом, потому что сегодня, банда, мы проверяем зелье любви. В соседней комнате сидит Настя, именно на ней сегодня проверяют это зелье. Мне банда из Даркнета пришло много новых зелий, которые сегодня проверю. Но не поверить, там было зелье любви. Я сейчас не очень понимаю, что это за зелье, но очень интересно проверить. И тем временем, пока Настя сидит в соседней комнате и смотрит телевизор, я решил как-то беспалевно подлить ей зелье в что-то, чтобы она ее просто выпила, ничего не почувствовала. Надеюсь, банда, у нас то получится. Погнали, банда! Окей, Supreme банда, и вот так вот выглядит это зелье. Посмотрите, оно реально необычное. Мне пришло новое зелье из Даркнета, оно какого-то такого красного цвета. А в середине, глядя, там какой-то цветок или что-то непонятное. Просто жесть, банда. А еще, банда, эта пломбочка не стоит, она постоянно падает. Окей, банда, тем не менее, сегодня мы испробуем это зелье. Окей, банда, знаешь, что мне пришла просто тьма этих зелий. Там есть и любви, и геи, оборотни, и вампиры, и просто все, которые только возможно. И просто знаешь что, давай на эти видео наберем 10 тысяч лайков. Ведь Supreme банда, мы самая сильная банда на ютубе, а значит, нам нужно подтверждать на статус. То есть, банда, если вдруг на это видео будет 10 тысяч лайков, то я возьму и смешаю просто все зелья, банда. Поверьте, будет очень интересно. Мне просто самому интересно, что же будет, если смешаю все зелья в одно. Пускайте ниже, ставь свой лайк. 10 тысяч лайков, банда, и я снимаю, как я смешиваю все зелья. Давайте, бандиты, опускайтесь ниже, ставьте лайки. Думаю, для вас это вообще ничто. Ведь мы же Supreme банда. Окей, банда, как видите, чипсы уже наготовы, чтобы все замаскировать. Теперь нам нужно вылить зелье. Посмотрите, банда, мы просто берем и выливаем это зелье. О, господи. Ой, фу, оно так себе пахнет, если честно. Окей, у нас здесь это зелье. Посмотрите, Supreme банда, там реально был какой-то странный цветок. Окей, банда, тем не менее, зелье есть. Просто, банда, посмотрите на это зелье, оно такого красного-оранжевого оттенка. Ой, фу, банда, это зелье воняет протухшим яйцом, господи. Надеюсь, мне никогда не придется выпить это зелье. Фу, о, господи, это просто жесть. А еще, банда, то, что было в середине в этом зелье, это реально очень странно. Посмотрите, что это вообще такое? Банда, реально очень странно, не понимаю, что это такое, какое-то фиолетовое растение или что это. Вообще непонятно, и где вообще взяли. Прям сразу же видно, что это какое-то зелье из Даркнета. Окей, надеюсь, мне никогда не придется пить это зелье. А воняет оно здесь еще хуже. То есть то, что я его перелил, это еще не самое худшее. Господи, это просто жесть. Банда, надеюсь, Настя ничего не учует и просто его выпьет. Окей, банда, тем не менее, зелье у нас немного замаскировано, потому что оно в обычной чашке. То есть даже если Настя возьмет, она подумает, что это обычная вода, а не что-то другое. И это хорошо, банда. Может быть, пинуть? Нет, не буду, банда, вы помните, 10 тысяч лайков, я смешу все зелья. О, это будет реальная вонь, банда, я уже в этом уверен. Окей, банда, пришло время уже нести это к Насте. Надеюсь, у нас все получится, банда, если честно, немного волнуюсь, но, банда, было не было, мы должны проверить то зелье. Надеюсь, Настя ничего не учует. Окей, банда, пошли к Насте. Окей, я, в принципе, принес вот все, что было. Вот. Кстати, я принес себе попить. Спасибо. Окей, только погоди, пока что без меня не пей. Ну, в принципе, вот, окей. Не хочешь? Давай. Ага. А зачем камера? Ну, я ее только купил, хочу, чтобы она постоянно была со мной. Да. Фу! Что это? А что? Кислое. Пахнет протухшим. Ты хоть его не глотнула случайно? Немножко. Ладно. Ты как? Фу, ты тошнит немного, но... Реально, похоже, протухшие. Ладно, тогда посмотрим так фильм. Ты делаешь? Просто. Что ты хочешь? Ну ее просто, почему бы нет? Что? Погоди, фильм еще не закончился, в смысле? Будем смотреть так. Да перестань ты. Чего ты? Давай хотя бы просто фильм сначала досмотрим, а потом уже все остальное. Давай. Да перестань гладить мою руку, камон, хватит. Что? Ты мне никогда такого не говорила, успокойся. Уже сказала. Да перестань ты, мы же просто друзья. Ну да, друзья. Ну и что, так зачем ты лезешь? Господи, я не могу. Да перестань. Ты такой красивый, классный. Перестань, пожалуйста, я уже не могу сдерживать смех. Чего ты? Все, хватит. Перестань, давай хотя бы фильм досмотрим. Это просто жесть. Ты будешь еще ближе подвигаться или что? Ну чего ты? Подвинься к ней. Да хватит. Ой, господи. Ты такой сильный. Это что? Я никогда так раньше не говорила. Перестань.
Мы же обычные друзья вроде, нет? Ну что ты, разве тебе самому не хочется? Чего не хочется? Что? Ну, всего. В смысле? Да что с тобой? Да хватит, пожалуйста. Черт, это уже реально смешно. Успокойся. Давай досмотрим фильм, пожалуйста. Хорошо. Черт. Что? Это уже было к чему? Это так мило. Да перестань. Мы же обычные друзья. С чего ты вдруг начала так ко мне лезть? Тебе в 3 часа так переклинилось. Это просто жесть. Никогда раньше так не делала. Я никогда тебя так раньше не видел. Да успокойся. Возьми лучше поешь. Тебе же хотелось есть. Я принес тебе. Я не хочу уже. А я хочу. Да что ты хочешь от меня? Нет, если я себя думаю, что ты начнешь ко мне приставать. Ты никогда раньше ко мне не приставала, что вдруг случилось? Пожалуйста, это уже не смешно. О, черт. Я в ванной, встретимся в спальне. Что? А пока... В смысле? О чем ты вообще говоришь? Какая еще спальня? О, черт, супербанда, это похоже работает. У меня все еще не укладывается в голове. У нас получилось зелье реально рабочее. Перестала только пойти в спальню и проверить, что же она будет делать дальше. Это просто жесть, супербанда, у меня прям это не укладывается в голове. Окей, банда, погнали в спальню, посмотрим, что будет там. Это просто жесть, только стукло 3 часа ночи. Сейчас мне сразу же начала происходить там мистика. А что вы понимали, банда зелья, она выпала в 6 вечера. Все это время мы просто лежали смотрели телевизор. И не то, чтобы она ко мне лезла, она просто лежала, ничего не делала. Мы даже не говорили с ней. Это просто жесть, банда, тут вдруг ее так переклинило. Окей, банда, встретимся в спальне, посмотрим, что будет там. Окей, банда, я на месте. Настя еще где-то в душе. Надеюсь, 4 часа зелья перестанет действовать. Господи, это просто жесть, супербанда. Я не знаю, что будет, но мне уже не по себе. Меня почему-то постоянно преследует плохое чувство. Надеюсь, все будет хорошо, банда. Ты на месте? Да, я уже здесь. Я иду. Окей. Ты пошла необычным способом. Ты готов? К чему? О, перестань. Там камера, Настя. Давай перестанем делать. Да камера. Да там камера, иди серьезно, посмотри. Камера, привет. В смысле? О, черт, перестань. Да что ты делаешь, Настя? Окей, Настя, да просто перестань. Ночь будет жарко. В смысле? Успокойся. Что ты делаешь, Настя? Что? В смысле? Что ты делаешь, Настя? Что ты делаешь, Настя? Что с тобой происходит? Что случилось? Если ты не хочешь меня любить, то я тебя убью. Да перестань, все же нормально было. Что ты делаешь? О, черт, что с тобой происходит? Успокойся, Настя! О, черт, супербанда! Это просто жесть! О, черт, Настя, да успокойся ты! Что тебе нужно? О, черт, что ты делаешь, Настя? Успокойся! Отстань от меня! О, черт! О, господи, супербанда, вы это видите? О, черт, что ты делаешь, Настя? Успокойся, пожалуйста! О, черт, банда, это просто жесть! Что тебе нужно? Блин! Нет, отстань! Нет, отстань, пожалуйста, нет! О, черт! Что с тобой, Настя? Успокойся! Господи, что с тобой было? О, черт! Настя, пожалуйста, успокойся, тебя очень прошу! О, черт! Что с тобой? А что это? Я не знаю, ты просто начала на меня набрасываться. Ты выпила... Я признаюсь тебе, Настя, ты выпила зелье, ты подмешала зелье. Зелье любви, я просто хотел это проверить. Разве было непонятно по камере? О, черт! Что ты чувствовала? Расскажи! Ты мне нравился! О, черт! А это просто жесть! А потом я хотела тебя убить! О, господи! Это просто жесть, Настя! А сейчас что ты чувствуешь? Я... ничего, ну... ты мой друг! Господи, это просто жесть, Настя! Супербанда, вы это видели? Настя только что хотела меня убить, из-за того, что я не хотел ее любить! О, черт, с этим зельем явно что-то не так, с ним надо быть намного аккуратней! Я тебя не поранила? Нет, да и слава богу, и вообще ты уже можешь стать с меня. Извини, да? О, господи, банда, это просто жесть, вы видели? Настя только что меня чуть ли не убила, это просто жесть. Окей, Настя, что ты скажешь насчет всего этого? Извини, но... Окей, банда, на часах уже, похоже, 4 утра, потому что на улице стоит светлее. Это просто жесть, супербанда, у меня все еще не укладывается в голове. Настя только что меня чуть ли не убила. Окей, банда, это просто жесть, то, что только что было, вы видели это? Настя просто сошла с ума. Окей, Настя, скажи, что ты чувствуешь, что с тобой происходило? Я как будто бы потеряла голову. Была влюблена в тебя безумно. И знаю, как будто бы кто-то овладел мной. Такое же чувство у меня было, когда в меня вселялся демон. Это просто жесть, супербанда. Мне это в голове не укладывается реально жестко. Тем более, что Настя выпила зелье в 6 часов вечера, а действие начало только в 3 часа ночи. Реально жесть, банда. Окей, это реально очень опасное зелье. Тем более, банда, что здесь была какая-то такая странная штука. Вы видите это? Это просто жесть. Такого я раньше никогда не видел. И вообще, банда, мне такие зелья еще никогда не приходили. Так что, банда, допускайся ниже, ставь свой лайк. Ведь ты же помнишь 10 000 лайков. И я смешиваю все зелья в одну. А там куча зелий. Зелье гея, зелье оборотня, зелье вампира, зелье телепортации, зелье скорости. Все есть. Я смешиваю все эти зелья, банда. Я думаю, это будет очень интересно. 10 000 лайков, я смешиваю все зелья, банда. Думаю, будет просто суперски интересно. Окей, банда, это реально было жестко. Настя реально сошла с ума. Она меня чуть и не убила. Вы это видели? Думаю, уже с такой можно поставить лайк. Эй, бро, знаешь, что не забывай про комменты. Ведь вот комменты по прошлому видео. Господи, как они шикарные, просто идеальнейший комментарий. А бандит, если вдруг ты хочешь послать еще видео, то всего лишь тебе нужно это нажать на колокольчик и оставить свой комментарий.
комментарии, все, бро. Ты уже в следующем видео. Вот такой вот простенький, блядь, ко мне видео. Лайк, колокол, коммент, ты уже в следующем видео. Так что, не допускай, садись, ставь свой лайк, колокол и оставляй комментарий. И, бро, не забывай, если вдруг хочешь вступить в мою супер-банду, самую сильную банду на ютубе, то тебе нужно подписаться на мой канал, ведь кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что, не давай, только тебя нашей банде не хватает. Ты самый сильный воин, поэтому ты нам нужен. Подписывайся на канал. И, знаешь, что я тебе скажу напоследок? Оставайся такими шикарными. Пока!